3 ДТП и 5 пострадавших. Это официальная статистика от ГИБДД за прошедшие сутки. При этом часть аварий в сводку не попадает. Водители сразу заполняют европротоколы на месте. О количестве таких инцидентов стоит только догадываться. Но и аварий из официальных источников хватает. 2 декабря приблизительно в 17:35 в городе Рязани напротив дома номер 9 по улице Мервинской по предварительной информации 61-летняя женщина, управляя автомобилем Kia, совершила столкновение с автомобилем Nissan под управлением 40-летней женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля Nissan в возрасте 29 и 21 года обращались за медицинской помощью. А это фотография с массовой аварией в Рязани. Произошла она рядом с Дягилевским постом ГИБДД. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Официальных комментариев пока не поступило. Всего в Рязани области зафиксировано 29 аварий, где обошлось только повреждением авто. Чтобы в статистику не попасть, сотрудники ГИБДД напомнили основные правила. Со смены сезона меняются и погодные условия. Соответственно, водителям нужно привыкнуть к новым погодным условиям, к выпадению дождя или снега, и быть особо внимательными и осторожными при проезде, особенно пешеходных переходов, путепроводов, мостов. Необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. Будьте внимательны и осторожны. По прогнозу погоды в Рязани и области в эти выходные пройдет дождь со снегом. Конечно же, синоптики могут ошибаться, да и фронт непогоды может повести себя иначе. Но при этом осторожность следует соблюдать и водителям. Как в непогоду, так и во все другие дни. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».